О, процент побед до 53 поднялся. С 52. Так, точность не повысилась, ничего не повысилось. О, у меня максимальный опыт забоя на леве 2034. У меня только третий класс. Степень. А, классность, я мастер. Степень, классность. Классность, степень, классность. Ну чё? Продолжаем. Едем? А ты уже готов? И я готов. Ох. Короче, выходим на план, ставим бомбу и, да. Прострел. И не забудь флешками кидаться. Хорошо. У меня тут как раз... А, нет, нету. Ну, только больше, то есть меньше 2 гигабайтных я не беру. 2 гигабайтных? Да. Окей. Я не понимаю, что ты сказал, но окей. Ладно, это да было... Да у меня тут вообще... Ты должен был сказать... Ты пошутил, я посмеялся. У меня на башне ветрозаборник, слушай. Кто? Воздухозаборник, как на капотах спортивных машин. Ну, это отверстие-то в капоте. А у меня на башне такое есть. Мой танк супер быстрый. И даже на капоте 2, смотри. У меня 2 воздухозаборника. Ну, вообще, это линзы для... Глаз пилота. Ну, типа того. Опять налево? Нет. А что ты там собрался делать? Кому там? ИСУ-4 собрался накидывать? Не знаю. Тихо, тихо. Ну не знаю, надо же как-то прикрыть АМХ-50-120. Ну ладно, я с тобой. Да нет, там ИС-4 Копчан едет. Сзади тебя посмотри. Вижу КВ ИС-4, да. А чё, и куда? Ну как всегда, на горку. Только на другую. Я гугу. Арты нет практически, слушай, это шанс. Ну да. Я сторожу арту. Грёбаные школьники. Ну, слушай, у меня тоже по-русскому трайбан был. Я бы, может, так же написал. Тебе 20 лет, когда ты от меня станешь. От кого? От школьника. Да я к нему вроде не пристаю. Там что-то стоит такое. 70%. Да я по ней уже отстрелялся только что. А, это же папка AMX. Так вот, сейчас папка сдохнет. Если рикошетить не будет. Ну, кстати, рикошет не такой довольно-таки. Так боком стоит, какой нах рикошет? Ну, бывает и от объедка. А кто его засветил? Могут повторить, пожалуйста? Бармен, повторите, пожалуйста, я еще не добил. Да. О, КВ. Такое имя, как будто там, я не знаю. А нету там никакого ИСа четвертого-то слева. Нету. Все, он нам сейчас накидает. А нет, есть. Он есть, и он едет слева. Ну, все танки, которые я видел вот по моему направлению, это ВК-3601H, КВ и вот этот АМХ-4, что-то там такое. 488. Чего? Ищу. Не знаю. Тебе показалось. Ой, Копчан, тебя сейчас убьют, да? Да, наверное. Почему нет? Мне это вполне вот устраивает. Это прикол. Сейчас еще арта разрядится вообще будет. Ах ты, ёшкин матрёшкин. Лёва, ну что ж ты в меня стреляешь? Я не специально. Давай. Все-таки он не попал по мне, а по мне попал Тигр 2. Ну как я в бок не пробил Т-34-85? Это чё за нахер? А я думал, тебя убили уже, и ты поэтому огорчился. Да я огорчаюсь, пока живой, а потом уже срать. Лёва продолжает по мне настреливать, зараза. Чё-то, по-моему, у меня хорошее место. Я немножко лопнул. В каком смысле? Ну... А. Загорелся, лопнул. Так, вот кто сейчас меня настреливает, не могу понять. Ну, позиция была хорошая, только вот как объект 704 неудачно заехал. Ну да. У нас сейчас из 4 сольется, по-моему.
Ну. Хотя нет, они отступают. Не могу же я ему свои прямые руки дать. Дай ему свою табличку. Так, ну. Да, исходя из того, что тот из четвертый полностью целый. Угу. А что там вся их ватага? Там их вся команда вообще. Может, наши проедут, сейчас там всех повыпиливают. Угу, КВ-94 этот хитпоинтный и 697 у ИСА-4 у нашего. Которому Финдал? Оставили уже 323 хп. А я думал, я поджег его. Тут на ваншот. Ох! Кто это там такой? Как он хорошо башенку повернул, а? Ох, сзади тапок, ёлки-моталки. Какой тапок, чё? Да не у тебя. А чё ты так, не пугай. Интересно, я успею проскочить? Или меня сейчас тут завалят? Я думаю, что меня тут завалят, но... Я рисковый парень. Да не, мы, кстати, тащим. Как ни странно. Я думаю, у нас уже не осталось танков. На счет-то не смотрю нифига. На таблицу. Ну, я надеюсь, что нас не завалят. Там из четвертого просто назад отходил. Ему как раз меня добить. Ой, объект 704 убил отца. Отца? Да, это отец. А, чья... отец. Да, да. Господи, он оставил кого-то без родителя. Урод. Ну, смотри, как наши танки быстро исчезают. Да я думаю, здесь уже как-то особо не изменится ничего. Смотри, смотри, КВ что написал. Он сказал, достало сторожить. Пойду нагибать. Так а хер ли он всю эту сторожит? Если тут из четвертой, а там по направлению все зачищено уже давно. Блин, арту бы засветить. Я боюсь, на... Оп, из четвертый в минус. Фак! Зад объекта не пробить, как так? Ты ему в башню стрелял? Нет, в корму. Не, не надо в корму. Надо в башню? Да, в башню стреляй. Я боюсь, как бы тут не накинули всякие остальные. У него дико рикошет с корма. Так, все, у нас минус. А нет, рикошет. Тут полный просто из четвертой против 83 хпшного. Ну, это все, это кранты. А там КВ идет, злой их КВ. Ох, нихрена себе, тащит, чувак, тащит, смотри. Сдох. Затащил. Да. Ну, максимально. Сейчас мы... Максимум тащивости. Ты чё преградил путь отступающему? Вот я так и знал, что это ёбаная арта. Какой отступающий? Там объект был ваншотный. Надо было его перейти. Так из третий там пытался назад отъехать. Он должен был вперед рвать. У него там 300 хп было. Ну, он должен был отвлекать. Все равно у него 300 хп. Если бы он рванул вперед, его бы разорвало. Его бы части полетели не только вперед, но и во все остальные. Так это как. Объедок к нему отстрелялся, и он должен был вперед рвать. Так все, мы слили неожиданно. Нечего, остался только из. Понял, что КВ написал? Крысы остались. Он... Из третьей против Лёвы. Нет шансов. Кого он крысами называет? Он называет арту крысами или кого? Не знаю. Вот, наверное, как его тут? М4А3Е8. Он всю карту облазил, по-моему. Смотри, сейчас, если третий узнаешь, знаешь, кто убьет? Арта. Я знаю. Не М4 же. Не успеет свестись. Хотя... Да. Он никого не убьет. Нет, я тебе говорю, что нашего ИСа третьего убьет сейчас арта. А, ну не знаю, я слежу за М4. Как он пытается пробить из четвертой. Да ёшкин матрёшкин. Сейчас из три, короче, всех зарешает. Ваншот Лёва, ваншот арты и ваншот ИСа-4. Стефой как бы намекает, что мы проиграли.
Фига его везет. А, нет, вот я что. До пары до времени. Думал, такие рикошеты будут всегда, что ли? Или чем там гусу сначала сбили? Да, так это ему Лёва гусу сбил. Я же говорил, ИСы третьи, они слепые до жути. Можно было так всрать. Сколько тебе опыта дали? 340. А у меня 400. И достижение зверобой. Так, сейчас я проверю насчет все на месте. Зверобой это что? А, это уничтожать высокоуровневые танки. Хрен его знает. Это сам высокоуровневый. Какого там, 8 уровня, да? Да, тут, короче, я иду всегда в штаны. В ущелье имеешь в виду? Ну да. Почему даже штаны? А? Почему штаны? Ну не знаю, их называют так. Ну вот там, где, как сказать, да, где наверх можно заехать. Понятно, назвал какой-то девушка с маразмом полуслепой, его начали называть так же. Ну да, может быть и такое. Или у кого-то такие штаны с одной штаниной. Все может быть. Все вот есть. Здесь очень офигительно на недотапке играть, потому что у него башня совсем-совсем спереди. А как бы такой как бы угол, да, идет, ну, все-таки не, как сказать, не из-за дома, как выезжаешь, да, где как бы просто тупо стена такая, да. То есть как бы он корпус вообще не выставляет. Понятно. На нем еще покататься успею, на этом недотапке. Не, ну просто фишка в том, что у него самая слабая броня и пушка от тигра, от обычного. То есть топовая, причем она у него сразу. Ну как бы нету других альтернатив. Ну фугасниц, по-моему, есть. Но это не для него фугасец. Ну а фугасец что там, по 3% отнимать всем. Зато всем. Весело. Ну. Всем по очереди. Если бы сразу всем, то это было бы классно. Ну, да, всем по очереди. Именно как ты так. Оказался быстрее меня? Потому что у тебя рез был дальше. Ой, какой хороший танчик. На тебе. Попал, да? Молодец. Он КВ поджег, он КВ поджег. Молодец, слышь. Тут пантера, скотина, дурацкая. Да я та-та-та. В натуре она дебильная. Куда она встала? Прям вот меня подрезала. Вот теперь стой, стой теперь, стой, я за тобой попрячусь. Ой, добить бы, добить бы. А, отлично. Он тебе сейчас мстить будет, Копчан. Ой, там из четвертый, он как-то не похож на из четвертый по форме вообще, я такой смотрю. Мне сказали. Не, мне сказали, броня не пробита. Вот там тихо, КТ. Тихо. Давай отъезжай. Зараза. Эх, если попал бы, добил бы. Кто? Так, ты. Ну нет, я раньше стрелял. А 20 лови. Никак. Если он сюда сейчас не вылезет. Как никак? Вот я его добил, а ты никак. Ты выше стоишь. Я знаю. Чё там? КТ-то убили? КВ-5. КТ убили, да? Эх. Так, ну вылезет или как? Нет. Стрелять. Главное, чтоб не из третьей вылезал, блин. То есть не из четвертой. Копчан, я уже перезарядился, поэтому я тоже вылажу. Там я торчит. Дальше вылезу. Сейчас нам все закроют. Они сейчас свалят, можно уже вперед ехать. Только ты смотри, ты высовываешься на очень далеко, по-моему. Так там уже в полную едут. В Копчан, атаку. На горку залезай. Да я не залезу, чем это. Тогда на базу надо идти, потому что смотри. Если что, обогну горку. Как ты собрался огибать? По-пластунски. Да твою мать. У нас тут и актигр есть. Че, в тебя попали или что там? Да нет, не пробил 80 хпшный из 4. Там еще один из 4. Куда я лезу, блин? Я все равно ему ничего из такого не сделаю. Нету там из 4 еще. Есть одного. Тут еще из 4, не видишь, что ли? Дохлый. Какой? Один единственный светится, живой, отступает. Ну, отыскал два.
А он один остался. Блин, что, я думал, пожертвовать собой, что ли? Вот. Захват базы начался. И я к пантерка вдруг увидел это и сказал на базу. Я до базы не успею доехать, они все захватят уже. Потому что там по-любому... Оп. Давай есть. Вот это прикол. Кто, мать его, светит на базу, на вражескую? Не знаю. Тайп едет. Ладно, мы попробуем прорваться пока. 34-ка почему-то не поехала на свою базу, поехала на чужую, блин. Идиотизм. 45 хп, и куда? Да, блин, куда это я так мог попасть? Я с такими недобитками поехал в штурм. У меня 50-120, 72 хп, 34-85, 45 хп. Сейчас будет такое веселье, что я обосрусь. Дерьмо, еще и не пробивает. Как так-то? Как так? Давайте быстрее. Но я не успею, мне тут что угодно делай. Ну ёкарный мамон, ну никто не может что ли проехать? Сейчас арта всех нагнет. Какая арта? У нас нет арты. А у них да есть. Мы всрали. Что это за дело такое? Потому что я давно маяковал всем. Опачки. Что это у нас тут, да? Ну давай, давай, давай. Все. Да. Как что они в три танка так? Ну они прорашили через эту и все. Сколько у тебя опыта? 321. Ха-ха-ха! 700. Еще и штраф вписали. А ты в кого-то своего пальнул? А хрен знает, вроде такого не было. Осколками, может, задел? Может, когда в самом начале, типа, врезался в кого-нибудь? Не. Да я почти в топе. Осколками, наверное. А ты фугасами палил? Не. Ну, я точно знаю, что я ни в кого не попадал. А, в эту пантеру, наверное, впилился, ёкарный мамон, который меня подрезала. Ну вот. Чё, налево? А, налево, налево, налево. Ну, поехали налево. Да, налево. Да, наверное. Скорее всего, нам придется держать М103. Я думаю, туда объект поедет, потому что он сам один не поедет. Какой объект? Объект у нас. Ну, я и говорю. Он будет М103 держать, а не мы. Ну мы как бы им будем помогать просто. Ну поедет на горку. Да гребаный КВ, ну едь-то, ну. Задолбали уже. Тогда предлагаю, знаешь, что сделал Качанский? Угу. Самим залезть на горку. Не-не-не, не вариант. Нас стреляют от души. Вот, на этой за домиком не, стоять. Не-не-не. Если б там кто-нибудь один из нас светил. Окей, давай, лезь. Там МХ-1375, Т-43 поехал на горку. 43-ка он слепая. 44-ка там у него. А тут 300. Много светить не надо. Он к тебе несется уже. Встречай. 90-й? Да, может я в него встречу. Да. Тоже попаду. Не, я в него не попаду. Да я в него сам не попаду. Не, я в том плане, что у меня так сильно не... Как сказать... А, арты нету, чё я тут боюсь? Так типа по прямой спокойно настреляют. По прямой, да, они кривые, ты чё, да я их даже. Фраги прёшь, да? Так точно. 43 на меня так посмотрел. Он посмотрел, что за дебил на Левина забрался на гору. Ты не смотрел эти первоапрельские шутки, когда. Маус в горку, мы с тобой. А, точно! Мы с тобой смотрели. Вот так и надо. Вот, короче, там Копчан, вот где-то там кто-то деревья ломает. Так всегда. Там по-любому сладжер стоит. Ну, я дважды туда выстрелил. То есть, короче, два косаря выкинул.
Опа-па-па-па! Не трожь меня, вонючка. Назад отходи, чтоб мы могли с горки настреливать. Надо ж разрядиться. Но я с этим не спорю. Тихо, да, блин. Тихо. Он не полезет сюда. Ну и все, тогда тупо его держи как бы на... Да нам... я сам не полез сюда, смотри, там тайпы тигры, Т-29. Ну, и в общем, у вас есть во что стрелять. Да, только я не попадаю на такой, на таком расстоянии. Слушай, я так понимаю, у меня маски на тигре вообще нет? В этой башне есть, но она стоит на следующий, будет получше. Хорошо, а то прям... Прям в маску прострелил. Из третьей, кажется, убрался. Т-29 прям по полю едет. Сейчас я в него пальну. У меня тут клиент Тигр 2. А что ж такое? Ох ты, ёшкин матрёшкин. Ты-то что мне сделать пытаешься? 5 хп осталось! Управление да зависло. Че. Хорошо, что я вперед в этот его. Момент. А кто там стреляет-то с горки? А, обычный тигр. Хорошо, что я вперед не нажал. Так, мы остались без пистола. Ау. Так. Ты здесь? Да, тебя выкинул, что ли? Хрен знает. Сзади тебя из три. Сзади или спереди, ё-моё, я вижу. Сзади. Я просто смотрю уже на него, для меня это как спереди. Чё-то у тебя теперь жутко шипеть стало. Ну не шипеть, а как будто ты говоришь басом непонятным. Басом? Да терпи, потом настрою. Не, я, мне это пофигу. Я тебе чисто так на всякий случай сказал. Не, запись нормальная. Это просто из-за... Смотри, на тебя тип едет. Я вижу. Так, с ИСО мы разобрались, сейчас я еще... Куда попробую. Типу стрелять? В нижний бронелист? В башенке лучше. Или в нижний. Ох, хрен из два. Я ему попаду в эту башенку. Попал в ведущий каток. Но я иду к тебе на помощь. Черный плащ спешит на помощь. Нах ты здесь нужен. Перить фраги. Понятно. Да. Если мы сейчас сольем, я буду дико ржать. Ну я-то сначала натырю фрагов. Уже один-то стырил, так что я рад. Все, я как бы все свои, как сказать, планы на... КТ на... лучше убей, КТ убей! Но я еду. Зараза тупая. Да я по нему отстрелялся уже, у него должно быть немного как бы хп. Херась немного, у меня меньше. Сейчас я заслоню тебя своим, как сказать, прекрасным... Картон и ковчан вперед чуть-чуть. Все, хватит, назад едь. Били, что ли? 278 хп. Ваншот мне. Да не вылазь из-за меня вообще. Да я понял, что это мне... Немножко не то, что я хочу. Все, не вылазь, жди, сейчас выйдет, теперь стреляй в него. На, я лошара. За тобой прячусь, как я тебе стрельну-то? Я просто так чисто спросил. Отлично, вместе убили. Не вместе, а я? Я перед этим стрельнул, так что нормально. Всё, ты бы так давай. Не убил. Я выхожу, отстреливаюсь, ты за меня стреляй. Вот есть. И все. Видишь, я в него иду, он на меня смотрит, но потом на тессером стал смотреть. Ну. Но главное, что хорошо поставился. Нет, Копчан, главное, что я хорошо фраги тырю. Сколько у тебя опыта? А у тебя? 1285. Да как так? 114. Что? 1114. Ага. При том, что я у тебя два фрага стырил, все равно. Ну что, у меня шипение в голосе? Да, ну как бы да, такое что-то есть, такое ну, непонятно. Давай, сейчас, погоди, я остановлю запись. С апреля прошлого года ни единого разрыва. Вот у нас чувак пишет, короче, типа, тут типа, мне подфартило, по засвету у меня арта разрядилась, но не убила. Осталось 6%. И активировалась, ну, вот этого, перезарядка, типа, быстрее, ну, это умение. Адреналин. Да,
И, короче, он... Я под этой темой косаря 4 там набил на 704-м, короче. Светляка вначале никуя больше не помогло меня засветить. Что-то я не понял, но... В итоге... Я не понял вообще, что ты там читаешь. Читай с выражением, с запятыми. Да, короче, читать не буду, это сложно. Я не умею. Вот, короче, чувак... Точно в школе учился? С тобой в одном классе. А я тоже в школе учился, а, ну да. А, ты нет. А, ну да. Вот, частично. В итоге, короче, вот он под этим умением, которое там, типа, занюхает спидов, короче, и перезарядка увеличивается, он на объекте 704-м 4 косаря набил опыта.